Привет. Вы думаете, это я этим занимаюсь? Нет, этим занимается молодежь в карантине. На карантине, не знаю. Вместо того, чтобы сидеть в интернете или в казино, они вот сидят, пазлы собирают. Это настолько мелко, да, это просто невозможно собрать. И причем они собирают вот без этой картинки. И еще им мешает Мишка. Она лапкой сбрасывает вот эти вот пазлы. Их еще вот здесь вот много. А вот здесь вот они, наверное, от нее спрятали, не от меня же. Вот. Чтоб она не это. Все равно одна упала, и я ее не заметила, все подобрала, а это не заметила. Пылесос там ее помял. Ну, это знаменитая моя коробочка. А вот эту уже собирали, когда гости были. Вот эту уже собрали. А я думаю, что мы это купили? Уже год она лежит. Думала, так и не распечатанным и останется. Оказывается, вот можно чем заниматься. Вот то я собирала так немножечко внутри. А это еще мельче. Вот это вот. Ну ладно, пока.